Всем привет! Привет! Сегодня мы вам расскажем об одной из жемчужин варшавских парков. Это Скорошевский парк. Скорошевский парк имени Игнация Яна Подеревского в Варшаве. Исторический ландшафтный парк, расположенный в районе Прага-Южная. Внесен в реестр памятников Польши. На главном входе нас встречает бюст Игнация Яна Подеревского, польского пианиста, композитора и политического деятеля. Парк расположен на правом берегу Вислы, на месте бывшей деревни Камен, и занимает площадь 55 гектаров. Границы парка определяются Зеленецкой аллеей, аллеей Вашингтона и южной береговой линией реки Вислы. Еще в конце 19 века на территории сегодняшнего парка было городское пастбище, по которому бродили стада коров. Однако с расцветом Праги, юга и особенно Саска-Кемпа городские власти решили превратить его в парк. Концепция была создана архитектором Францишиком Шанером, тогдашним главным садовником города. Работы начались в 1905 году и длились 17 лет. Теперь это ландшафтный парк в английском стиле. День добрый. Попрошу кавы, американо едно и хербатки чарные. Чарно. Мне как здесь готовят кофе. В меру робусты, в меру арабики. Прям самое то. Могут покрепче, могут послабее. Вдоль главной аллеи высажены величественные ясени. Боковые аллеи украшают липы. Рукотворные зеленые холмы, цветущие клумбы и голубые озера. Здесь и там можно посмотреть памятные скульптуры и изваяния. Укрывшись от навязчивого внимания, здесь часто прогуливаются парочки и кормят совсем ручных белок. Дети катаются на велосипедах, на скейтах, пенсионеры читают литературу, кто-то ходит, мирно общается с друг с другом, в общем, все при делах. Ну и мы тут катаемся и снимаем для вас. Современные парки не только приятные места для променадов, но и жизненно необходимые городские легкие, вырабатывающие кислород и дающие прохладу в знойные дни. В 2009 году парк был удостоен звания «Самый красивый польский парк 2009 года». Также занял третье место в европейской версии конкурса. Белая часовня построена по проекту архитектора Януша Алхимовича. Во время немецкой оккупации служила контактной площадкой для подпольных офицеров связи. Здесь нашли водопадик. Наиболее характерными элементами являются многочисленные водоемы, образующие водную систему, а также рукотворный водопад, каскад на Еловой горе. Эти и другие природные ценности создают неповторимую атмосферу парка.
Городской фонд биологического разнообразия постоянно заботится о природе Варшавы и ее обитателях, проводит различные экологические мероприятия, создавая подходящие условия для жизни животных. Несколько лет назад команда ученых провела всестороннее исследование природы парка Скорышевского. Исследователи нашли здесь более 1000 видов представителей флоры и фауны. Это 60 видов птиц, 5 видов летучих мышей, бобров и 5 видов земноводных. В парке идет постоянная работа по созданию мест обитания, максимально приближенным к естественным, таким, где животные чувствуют себя лучше всего. Специально обозначаются пространства, где не косят траву, не сгребают листво, оставляя природу в покое. Такие районы называют дикими уголками, зонами зелени. Площадь таких диких зон составляет более 650 гектар. В уникальную флору парка входит более 280 видов редких деревьев и кустарников. Например, амурское пробковое дерево, гибридный конский каштан, горький орех, лапина, ясенелистая или кавказский дуб. Уникальные в масштабе Европы редкие сорта, такие как ясень ускалистый, болотный кипарис или сибирская вязь. Скульптура «Ритм» создавалась на протяжении нескольких лет, начиная с 1925 года, и была закончена в 1929 году автором Генриком Куном. Это польский скульптор и живописец, профессор скульптуры в Виленском университете Стефана Батория. Индивидуальный стиль скульптора близок к неоклассицизму и отличается компактностью форм, подчеркнутой ритмичностью композиции, склонностью к мягким линиям, гладкой поверхности, закругленным плоскостям. Тенистый пруд зарос ряской, к нему подходят незаметные тропы, через ручьи перекинуты таинственные мостики. В этом районе в первой годовщины восстания Варшавского 1944 года солдаты армии Краевой объединенного батальона саперов пражских Хвацкего
Песчаные зоны пляжного отдыха и уютные кафе пользуются большой популярностью у горожан и не только. Сюда приходят отдохнуть и полежать под солнышком целыми семейками. Детям тоже есть чем заняться, для них обустроены игровые зоны. Невозможно пройти мимо Большого Розария. Кроме роз всевозможных видов, здесь посажена магнолия, а в центре высится прекрасная танцовщица, автор Станислав Яковский. Статуя купальщицы. Работа польского скульптора Ольги Невской. Кизил. А, это что? Памятник американскому политику и дипломату Эдуарду Хаузу был поставлен в 1932 году и реконструирован в 1992.
Этот замечательный парк входит в состав Саска-Кенпа. Тоже очень интересный райончик Варшавы, про который мы информацию вам покажем в очередном из роликов. Надеюсь, вам понравилось гулять с нами по этому прекрасному зеленому парку. А засим, всем пока!